Премьера на Первом. Что мы знаем про жизнь в Будапеште? Ничего, кроме вот этой красивой площади, вкусного гуляша и то, что тут придумали кубик Рубика. Как на самом деле тут живут местные жители? Существовал закон, который обязывал жену брать и имя, и фамилию мужа. Класс! У нас в компании нет жесткого графика. Сколько человеку нужно, столько он и обедает. Много заведений в Будапеште рады видеть клиентов с питомцами. Я сейчас покажу своих собак, подожди. О, смотрите. Жизнь других. В воскресенье на Первом. Здесь, на заброшенных зданиях, делают вот такой бизнес. Вы не представляете, идем, пойдем посмотрим.